Любовь Николаевна, а мы ей типа показали, поржали, спросили, можно ли выпить, она такая, не, не надо. Раз, заходит, спрашивает, где коньяк? В окне. Мы говорим, нету. Нету. А где он? Ну вот, нету. Она такая, так, быстро принеси мне бутылку. Ваня втихую за дверь метнулся, бегал вниз, из кустов достал, принес обратно, дал. Я недавно сидел в шараге, как в этого ФНАФе, блядь. Да, да, только нет, я сейчас видос покажу, что я делал. Я, короче, прихожу, время утро. Сколько, блядь, было времени? Раздевайся. Па-па-ра-па-па-па. Короче, суть в чем? Я приезжаю в 7.20, охранник в ахуе, то, что я приехал в шарагу настолько рано, то есть у нас обычно основной поток 7.40, 7.50. Uh-huh. Он такой, чувак, подойди сюда. Ну, у него такой голос. Слушай, посиди, я пойду в туалет отойду. Я сидел на админке, в камеры пялил, блядь, мне так страшно было, пиздец. Его еще чуть долго не было, я вот это сделал. Вот это вот гений монтажа. Может стать вагиной достаточно спелой. Что? Не-не-не, ничего. Знаешь, что я сейчас смотрю? На выхлоп? А чё? Нет, на ботинок. У меня, кстати, два талончика на понедельник. У меня один. А у меня два, прикинь. О, два Самсунга переглядываются. Я тебя за уши тянул! Я маму твою за уши тянул. Про Вань было лишнее. Как сегодня химичка, да, про мать? Надо... Рассказываем историю. Сегодня была химия, и наш одноклассник по имени Константин, давайте оставим ссылку на его канал. Вот. И он спрашивает, Елена Ивановна, покажите, где я, почему я так лоханулся? Она говорит, у мамы своей спроси, почему он так лоханулся. Елена Ивановна, за ваше здоровье. Из моё очко. Не знал, что вы играете в доту. Ну я, не, на Mortal Tanks какая-то я. А танкер? Танкер. Танкер, блядь, танкист. Ну точно не в КС, она бомбу не оценила. Да, самодельная бомба. Бомба has been planted, блядь. Кстати, я до сих пор хочу спать.